Агрессивно настроенный человек пытается на вас напасть, причем уже с применением оружия и подручных средств. Это самые неприятные и непредсказуемые сценарии развития конфликта. Как поступить в такой ситуации и как выйти с наименьшими потерями? Для вас об этом нам расскажет и, главное, покажет инструктор системы СКАТ Эдуард Бедарев. Первая и главная рекомендация от любого инструктора. Если преступник чего-то требует, угрожая ножом, отдайте ему это. Нож чрезвычайно опасен даже в руке малолетнего хулигана. Так что не стройте себя героя. Однако бывают ситуации, в которых у тебя не оказывается выбора. Нужно отбиваться. Например, поведение нападающего явно неадекватное. Ножом он угрожает, не предъявляя требований. Вот мы уже с вами поругались, теперь я пытаюсь вас атаковать. Ага. Я пытаюсь забрать нож назад. Я же хочу вас сюда. Ага. О! Вот теперь чувствую. Тебе надо было пытаться. Нет, не надо. Дешевле было бы упасть. Самое главное при нападении вооруженного человека, как гласят неписанные законы, это контроль руки с оружием. Таким образом, сводится к минимуму опасность травмы. Когда конфликт уже вошел в пиковую фазу, мы явно видим нож, явно видим намеренно нападающего. Ну, как правило, куда атакуют? Живот, грудь. Снизу вверх или прямым. Что можно сделать в этом случае? Колени. Блокируем. И пытаться прихватить за рукав. Это для того, чтобы его растаскать? Естественно, чтобы сделать рвот. Убрали корпус. Мы уже даем ему куда падать. Стой спокойно. Я вывожу на центр тяжести. Что получается? Бросок. Хорошо, я попробую. Вот. И вот так. Главная моя задача, что сделать? Оттянуть руку. Чуть-чуть. Убрать, если не так. Оттереть ее. Не получилось вырвать его. Угу. Наносим удар в горло. Угу. И подсечку. Благодаря вашим действиям противник оказался на полу. Ногой отшвырните нож в угол, сами его не трогайте. Если не получилось, продолжайте атаку, забыв о том, что нехорошо бить лежачего. Центр тяжести уже пошел. Как бы он нож не держал, мы уже его столкнули. Остается только... Помочь. Да, помочь ему упасть. Опять же, блокируем. Вижу, так, вижу. Нож куда мы увели, смотри. Вижу. Увели, да? Да. Переходим сюда. Угу. Куда уронили? Ступи. Прямо перед собой. Правильно. Смотри, что будет мне сейчас удобно делать. Добивание, да? И ушли. Еще один простой вариант защиты – не сбрасывать противника, а взять его вооруженную руку в захват с последующим броском. Вот. Оп, выкинули. Смотри, поймали руку. Угу. Дальше. Вот оно сюда. Получил по морде. Удар. Ох, уже хорошо. Нет. А вот теперь смотри. Видишь, рука не пошла. Дрядинки, не бейте, я не ходить. Хоп. 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 Оса. Бросили. О. Траву косил? Да. Так вот, чем ты? Правильно. Да. Вот что ты должен сделать. Хорошо. Стоп, а теперь очень важно. Держи, держи. А сейчас делаем вместе. Сейчас ты сделаешь разворот, как будто бы собрался бить прямой удар за спину себе. Угу. Ногами. Вот. Пробил крыло. Что я делаю? Угу. Посмотри. Угу. Вижу. Давайте теперь я попробую. Давай. Вот. Так. Зашагивай. Так? Прекрасно! Есть еще одно обстоятельство, которое может послужить вам на пользу. Если на вас совершается нападение, можно использовать подручные средства. Это может быть камень или палка, подобранные на месте. Наличие любого предмета в руке существенно повысит ваши шансы на благоприятный для вас исход. Обращаемся к нашим зрителям. Не пытайтесь повторять увиденное сами. Все эти приемы нужно изучать под руководством опытного тренера. Поэтому тренируйтесь и развивайтесь, и тогда будете живы и здоровы.